Делали мы, короче, отчет. Суммарно показатель, вот, сними. Это у нас с 6 февраля по 3 марта 2024 года. Выручка, вот, 80 399,6. Ну, 80 400 рублей, грубо говоря. Расходы у нас составили реклама Авито. Что там еще было? Интернет, оплата интернета. Интернет, там, ну, короче, мелкие всякие расходы, 12 тысяч. Это не считая, что я там покупаю оборудование и так далее, всякое, вешалки, не вешалки и тому подобное. Яндекс.Реклама 6 тысяч у нас в месяц оплачено. Ну, в общем, с Авито только и мелочи, 11 230. Фонд оплаты труда у нас составил, ну, зарплата сотрудников 40 500. Выходит закупка товара 28 500. Итог, тут написан плюс 186 рублей. Ну и то, там на самом деле итог, там минус, и минус там 10 тысяч примерно выходит вот так. И это без коммуналки и так далее. Ну вообще там итог минус 20, наверное.